господа, за мной еще один памятник человеческой жадности. Берутся за объект, а довести они его не могут. Я вам сейчас кадр покажу и напомню, что это дворец культуры в Быковом отроге. Сдать его должны буквально через 2 недели. То есть сдать в смысле. То есть там должен быть асфальт, отделка здания снаружи, внутренние коммуникации, внутренняя отделка. И, соответственно, готов должен быть к объекту, к приему творческих групп, коллективов, торжественному открытию, как говорится. Вот. Ну, как сами видите, ни коня, ни воза. Сейчас вот на объекте видно движение. Плиты, там ригели ставят. Там плиты перекрытия, наверное, будут. Но тут еще дел как бы... Еще нет одного этажа, насколько я понимаю. В зиму делать, соответственно, асфальт и прилегающую территорию. Ну, такое себе удовольствие, сами понимаете. Внутренняя отделка тоже не лучший вариант. Все отвалится к чертям. В общем, напомню, что здесь в конце августа был Николай Васильевич Панков. Подрядчики ему обещали ускориться, он их похвалил. Но могу вам сказать, что зря похвалил их Николай Панков. Не будет у сельчан ДК в срок. А деньги-то федеральные. Как такое халатное отношение ко всему этому, непонятно. А вот у этого объекта точно такой же был срок сдачи. Но здесь официально сроки сдвинули на весну. Здесь хоть какое-то движение. Хотя, в принципе, конструкция более простая. Сэндвич-панель, металл, каркас, все. Тоже затянули. Сделано все тоже как бы не это. Уж не знаю, как это все. Не строитель я уж. Хоть что-то могу. Но вот на это надо просто обратить внимание. Такие зазоры и щели. Что потом, пены зальют туда? Ну, это бред. Даже в стык не вывели. Вот этот сэндвич. Ну, честно говоря, смотрится как... Ну, вот по геометрии вроде бы здание, ну, такое, да, хай-тек какой-то. А так, ну, хлев. Ну, из этого холодильники строят. Там вот внутри видно идут сварочные работы. Здесь, конечно, общую территорию размесили жутко. И, естественно, никаком благоустройстве в этом году речи не будет. Наверняка здесь грунты все просто. Глина в кашу. Хотя отмостку цоколь отделали. Не развалится ли к следующей весне, непонятно. Слушайте, ну сделано безобразно, честно говоря. Вот эти стыки вообще просто. Видел бы мой тесть строитель, он бы возмутился всему этому очень сильно. Обратите внимание, видите, как профлист алюминий не доходит. Остается только внутренний наполнитель. И потом это просто, наверное, закрывать чем. Но тем не менее, дыра там останется. Вот этот угол вообще меня прям поражает. Жесть вообще. Ну, жесть, она в принципе и жесть и есть. И жесть он и построен. Сомнительная конструкция, честно. Ой, а вон там крыша примыкания вообще прям. Вот кровельщики, если есть у нас в паблике, скажите что-нибудь. Вот так делается. Вот я приблизил, конечно. Там просто, мне кажется, нога моя пролезет. И плюс расстояние, то есть нет адгезии между утеплителем между собой. Просто напихали. Насколько все это... Вот у нас фермеры, я видел, из такой конструкции, ну, овощехранилище делают из вот этих сэндвичей. Простая сборка. Военные собирают из них. То есть времянки такие. Почему здесь решение такое? Может, визуал-то у нее и будет хороший какой-то? Ну, так, внешка. Внутри, понятно, отделать. Сейчас у нас современные, понятно, технологии все. Каркас, СИП все строят. Слушайте, ну это, честно, для культурного объекта как-то странновато, да? Выбор материалов очень странный.